Отже, знаєте ви, хто і коли вигадав шахи? Ні? Тоді слухайте. Існує легенда, що гру в шахи близько 1000 років до нашої ери вигадав індійський мудрець. Він нібито продемонстрував гру в шахи Раджі, саме так називали правителя давньої Індії. Раджа був у захваті від нової гри, вона йому дуже сподобалась. І мудрець попросив у Раджі незначну на перший погляд винагороду. Він попросив стільки пшеничних зерн, скільки покаже шахівниця. Якщо на першу клітину покласти одне зерно, а потім кількість зерн подвоювати, тобто на першу клітину одне зерно, на другу клітину два зерна, на третю чотири і так далі. Правитель зрадів, він вирішив, що мова йде лише про невеличку кількість зерна, адже на дошці лише 64 кліточки. Але ж виявилося, що зерн потрібно дуже-дуже багато, аж 18 квітрильйонів, 446 квадрильйонів, 744 трильйони, 73 більйони, 709 мільйонів, 551 тисяча, 615. А це більше, ніж все зерно світу. Уявляєте? Взагалі-то перші письмові згадки про шахи зустрічаються у персидській поемі 600-го року. Там написано, що шахи винайшли саме в Індії. Відомо, що в Індії існувала гра чатуранга, де було 4 гравці. У кожного з них було 4 роди військ – слони, коні, бойові колісниці та піхоти. В цій грі пересування фігур залежало від гральних кісток, які кидали перш ніж зробити хід. Пізніше з'явилася гра «Шатранг», в якій було 2 гравці, що пересували фігури вже за власним бажанням. Із Індії гра у шах розповсюдилася на схід. В Європу шахи потрапили у 10-11 сторіччі. Шахи дуже швидко розповсюдилися по світу. Це сталося тому, що вони мали яскраво виражений військовий характер. Ось так, друзі! Привет, друзья! Мы читатели Харьковской областной библиотеки для детей. Меня зовут Никита. А меня зовут Марьям. Сегодня мы хотели бы вам рассказать о наших любимых книгах. Моя любимая книга английской писательницы Дианы Винн-Джонс «Рыцарь на золотом коне». А моя любимая книга «Жюль Верна. 15-летний капитан». Никита, а о чем твоя книга? Моя любимая книга о приключениях мальчика. А как звали главного героя? Дик Сэнд. А кто помогал главному герою? Ему помогали капитан Гуль, и жена владельца корабля миссис Уэлсон, ее 5-летний сын Джек и негр Геркулес. А как 15-летний мальчик стал капитаном? Дело в том, что когда капитан Гуль уходил на охоту на китов, он назначил Дика капитаном. Но случилось так, что капитан Гуль погиб, и Дик остался капитаном. Никита, а всем ли понравилось, что 15-летний мальчик стал капитаном? Да, всем понравилось то, что Дик Сэнд стал капитаном, а Кокуни Гора даже сыграла это на руку. Он подложил магнит под компас, и Дик Сэнд, не умевший ориентироваться в океане, приплыл вместо Америки в Африку. А события в этой книге происходили когда? Они происходили в 19 веке, 1873 году. Так, Мариан, расскажи, о чем же твоя книга? Главная героиня этой книги девочка Полли, которой 10 лет. Получилось так, что Полли была на похоронах и случайно познакомилась с мистером Томом. Это молодой мужчина, которому было немного больше 20 лет. Представляешь, он был похож на гуся в очках. А что это были за похороны? В этом доме, в котором она была на похоронах, каждые 9 лет кто-то умирал. И каждые 81 год умирала женщина. Когда они друг другу писали письма и придумывали разные рассказы, то так выходило, что они сбывались. Например, когда лошадь сбежала из цирка, такого же цвета, как они придумали. А какой же был цвет? Как ни странно, лошадь была желто-красной. А разве такие бывают? Представляешь, да, оказывается, бывают. А какой герой тебе больше всего понравился? Мне понравилась главная героиня Полли. А почему? Она смелая, храбрая и всегда придет к друзьям на помощь. Мистеру Тому угрожала опасность, и она его спасла. Его хотели убить владельцы того дома, где проходили похороны, потому что им нужно было кого-то привести в жертву раз в 9 лет.
Друзья, я надеюсь, что мы вас заинтересовали, и вы прочитаете книги, которые мы вам посоветовали. Эти книги вы можете взять в Харьковской областной библиотеке для детей. До встречи! Увидимся! Привет, друзья! Меня зовут Вова. Меня зовут Маша. А сегодня мы расскажем и покажем вам, как приготовить бабочку из фруктов. Для этого нам понадобится клубника, банан, яблоко, киви и черная смородина. Туловище можно сделать из банана и киви. Я буду очищать и резать банан на кружочки. А я очищу киви и разрежу его пополам. Затем разрежу его на дольки. Выкладываем на блюдо поочередно кружочки банана и дольки киви. Глазки делаем из смородины. Первый слой крыльев мы сделаем из яблока. Для этого мы нарежем его дольками. Мы делаем из киви. Для этого мы его почистим и нарежем. Украшаем крылья бабочки клубникой и смородиной. Для этого клубнику разрезаем пополам. Яблоком можно сделать усики. Фруктовая вкусная бабочка у нас получилась. Приятного всем аппетита! До встречи! Пока!
Сергея Михалкова «Слон-живописец» читает от автора «Кот Мурлыка». Простите, простудился. «Слон-живописец» написал пейзаж. Но раньше, чем послать его на вернисаж, он пригласил друзей взглянуть на полотно. Что, если вдруг не удалось оно? Вниманием гостей художник наш польщен. Какую критику сейчас услышит он? Не будет ли жесток звериный суд? Низвергнут или вознесут? Ценители пришли, картину слон открыл. Кто дальше встал, кто подошел поближе, и первым начал крокодил. Пейзаж хорош, но Нила я не вижу. Что Нила нет? В том нет большой беды, но где снега, где льды? Как ваше мнение, любезный крот? Есть кое-что важнее, чем лед. Забыл художник огород. Замечу я. Картина удалась, друзья. Но с точки зрения нас, свиней, должны быть желуди на ней. Все пожелания принял слон. Опять за краски взялся он, и всем друзьям по мере сил слоновьей кистью угодил, изобразив снега и лед, и Нил, и дуб, и огород, и даже мед, на случай, если вдруг медведь придет картину посмотреть. Картина у слона готова. Друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж и прошептали: «Ералаш! Ералаш! 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 Ералаш!» Мой друг, не будь таким слоном, советом следуй, но с умом. На всех друзей не угодишь, себе же только навредишь. Thank you.
Начинаем наш концерт. Басня Сергея Михалкова «Две подруги». Красиво ты живешь, любезная сестрица, сказала с завистью в гостях у крысы мышь. На чем ты ешь и пьешь? На чем сидишь? Куда ни глянешь, все из-за границы. Ах, если б, душенька, ты знала, как я устала. Я вечно что-нибудь ищу. Я день-деньской в бегах за заграничным. Все наше кажется мне серым и обычным. Я лишь заморское в нору к себе тащу. Вот волос из турецкого дивана. Вот лоскуток персидского ковра. А этот нежный пух достали мне вчера. Он африканский, он от пеликана. А что ты ешь? Ты крыса, а не мышь. Есть то, что мы едим. Тебе ведь не пристало? Да, тут уж на меня ничем не угодишь. Вот, разве только хлеб я ем? Да сам. Мы знаем, есть еще семейки, где нас шахают и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки. А сало русское едят. Мы знаем, есть еще семейки, где нашатают и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки. А сало русское едят. А сало русское едят. Проснувшись как-то поутру, решила бабка-ёшка: сегодня мой день, хочу проказничать немножко. Ах, давно уже я в ступе не летала, теряю навык, и давно детишек не пугала. Сейчас окрестность облетим, напустим злые чары. Пусть карапузикам всю ночь мерещатся кошмары. Кстати, кота с собой возьму. Пусть рыжий погуляет, а то магический талант совсем не развивает. Уселась в ступу марки «М», модели эксклюзивной. Есть навигатор, GPS в салоне портативный. Взревел мотор, лес загудел, как будто в унисон запел отбойный молоток и старый саксофон. Наверное, сбой в программе был, или кнопку не тужала, но только ступа как-то вдруг противно завизжала, сорвалась с места, и на миг бабусе показалось, душа хотела улететь. Но все ж
потом осталась. И пронеслась вдруг перед ней вся жизнь ее лихая. И поняла она, зачем и кто она такая. Оступа! В космос понеслась быстрее ультразвука! Каким таинственным мирам не ведала наука. Вдруг ступа чихнула слегка, как будто поперхнулась. И слава Богу, наконец, на твердь она наткнулась. По всем параметрам моим мы на другой планете, сказал ученый рыжий кот. Он за маршрут в ответе. А вот и жители ее, смекнула бабка-ёшка. Но почему-то все они на колобков похожи. Планета клонов! Так и есть, мурлыкнул кот-еге. Читал про них, я помню, и как-то говорил тебе. Сейчас они нас с тобой скопируют, размножат, и будет не одна ига, а 25 похожих, а завтра будет 25 аж в 25-й степени. В уме мне трудно посчитать. Давай займусь не этим я. С ума сошел ты, старый кот? Ведь если столько ежик, и если все они в меня... характером похожи. И если все они, как я, на пакости способны, нет, не выжить ни тебе, ни мне, ни колобкоподобным. Уж лучше буду я одна такая на планете. Так будет все же меньше зла на этом белом свете. Хочу домой! Взревела вдруг в отчаянье яга. Готова хоть пешком идти, хоть и болит нога. Все ж попытаемся взлететь! Воскликнул рыжий кот. И стал на кнопки нажимать совсем наоборот. Очнулась бабушка-яга, лежит в своей постели, и за окошком, как всегда, качает ветер ели, а рядом рыжий кот сидит, сопит у печки греясь, по клавишам опять стучит, все выиграть надеясь. Ах, это был всего лишь сон. Но... все равно я изменюсь, наверное. Надеюсь.